А вот интересы инвесторов в Туркестанской области пришлось отстаивать в прокуратуре. Надзорный орган выявил факт ущемления прав компании со стороны местного акимата. Как выяснилось, застройщик отставал от графика по монтажным работам и не мог продлить сроки сдачи объекта. Акимат затягивал с принятием решения. После вмешательства прокуроров строительство продлили еще на год. Заместителя начальника управления предпринимательства привлекли к дисциплинарной ответственности. Сопровождение инвестпроекта продолжается. Он на контроле надзорного ведомства. Отмечу, инвестор, который возводит в регионе дома премиум-класса, уже вложил больше 9,5 миллиардов тенге. Еще порядка 6 миллиардов планирует направить на строительство 14 коттеджей.